Помимо печени, апельсиновый сок, да и сам фрукт, может ударить по зубам. В прямом смысле. Гигиенист Татьяна Кондратьева наглядно показывает, как меняется уровень pH полости рта до и после употребления даже одной кисло-сладкой дольки. pH стало кислое. Следовательно, у вас сейчас полость рта кислота, которую, если не смыть водой и не почистить зубы, будет разрушать эмаль. После употребления лучше почистить зубы или хотя бы прополоскать рот. Причем, будет ли это сам апельсин, свежевыжатый сок или напиток из пакета, для зубов разницы нет. Кислота она и есть кислота.